Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект галогеновых ламп от компании Philips на цоколь H1. Серия у нас идет Diamond Vision. Артикул данного комплекта 12258DVS2. По сравнению со стандартными лампами, данные лампы идут немножко с голубым оттенком будут. Ну, ближе к белому, но слегка голубоватый будет присутствовать. Цоколь H1 используется как в противотуманках, так в ближнем, так и в дальнем свете может использоваться. Также мощность ламп 55 Вт, подключается сугубо на 12 Вольт. Вот в таком вот комплекте поставляются лампы. Так, вот одна наша лампа и вторая. Производятся лампы в Польше. Вот так вот. В принципе, по виду ничего сверхъестественного. Единственное, что колба идет синего цвета. Вот. Сейчас мы одну из ламп подключим. Подключение, напомню, идет 12 вольт. Ну, и вот так вот светит наша лампа. Немножко голубой оттенок присутствует, как мы видим. Вот такое вот свечение выдает, но ближе, можно сказать, к белому идет цвет. При покупке на комплект гарантия не распространяется. Более подробные характеристики и стоимость по данному комплекту вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.